сорт перца хабанера мустард. Хабанера перчица. Это мой любимый сорт. Сразу говорю, самый такой, самый классный. Вот видите, этот сорт, какие крупные плоды. Плоды просто нереально крупные. Смотрите, моя рука и какой плод. Видите? Они просто нереально большие. Просто супер-супер-пупер. Это самое-самое любимое, что у меня только есть. Вот смотрите, как он растет. Он растет вверх, видите? И напоминает цветок. Какой красавец. Смотрите. Самый обычный цветочек. Вот он созревает от цвета зеленого. Вот от такого цвета, видите? Он растет весь вверх. Напоминает такие вот цветочки. Довольно крупные. Очень высокоурожайные. Очень супер-пупер. Смотрите, сколько их тут. Сколько тут плодов. Просто листья мешают. Плохо видно. Тут их, вот смотрите, следующий кустик. Там вообще навязалось. Просто нереально. Поднимем, посмотрим. Гляньте, какой красавец. Просто нет слов. Какая красотища. Он созревает от цвета зеленого. Потом становится вот такого горчичного цвета. И в полном созревании он же у нас становится вот такой вот оранжевый. Вот сейчас я сниму один. Ой, это у нас коронный. Угу. Вот, секаторы нужны. Вот. Этот поменьше размером, конечно. Вот такой вот красавец. Видите, какой он? Цвет горчицы. Очень супер сорт. Острота этого сорта от 150 до 325 тысяч скобелей. Срок созревания у него 100 дней. Вот. Высота кустика от 60 до 70 сантиметров. Ну, может, 50. У меня где-то он сейчас, ну, сантиметров, да, около 70. Он раскидистый, очень интересный. Такой вот кустик, смотрите, если посмотреть на него. Вот это вот все один большой куст. Видите, какой он громадный. Вот. Вот это все кустик такой. Просто бесподобный цветочек. Какая красота. Бесподобная красота. Такие вот перчики. Перчики просто бесподобные. У него вкус хабанера. Смотрите, какая красота. Вообще бесподобный. Я же говорил, срок созревания у него 100 дней. Это супер сорт для соусов. С него получается вообще бомба. Соусы супер. Во-первых, очень крупные плоды. Получается довольно-таки прилично соуса. Ну, такие плоды могут достигать вообще в размере. Ну, некоторые у меня были размер руки. Ну, вот этот вот как бы, вот смотрите, вот тут еще есть один плодик. Вот. Вон. О, это осталось. На нем что-то упало. Вот, смотрите, какой размер у него. В общем, они красавцы. Вот так вот они выглядят. Это такого горчичного цвета. Это уже полностью созревший. Он тоже частично горчичного цвета. Вот видите, если посмотреть примерно, вот они два одинаковых. А переворачиваем, он становится оранжевым. Вот какая красота. Они толстостенные, сочные. У них насыщенный аромат хабанера. Супер, супер. Очень вкусные. Очень красивые. Это просто бесподобный сорт. Сегодня 15 сентября. И посмотрите, как этот сорт себя ведет. Если он будет у вас расти в тепличке. Смотрите, сколько у него плодов. И вот они все по мере возрастания. Больше, больше, меньше, меньше. Ну, это, конечно, уже, к сожалению, вот это все придется, увы, удалять. Миленькие. Тут вот тоже вяжутся, тоже. В общем, цветет вовсю. Так, это надо будет все обрезать. Как бы я не успел обрезать его. И вот он тронулся в рост. Да уж. К сожалению, придется все это удалить. Вот тут где-то 1, 2, 3, 4, на одном кустике 6, 7. 9 плодиков висит на каждой вот такой вот веточке. Вот.
Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, 12 веток. Ну вот, приличное количество придется удалить. К сожалению, но ничего не поделаешь. Это открытый грунт, это не квартира. Мы не красавцы, просто бесподобные. Я советую всем такой сорт выращивать у себя дома. Вот, коронный тут, конечно, у него и размеры соответствующие. Вот, рука как бы у меня не маленькая. И видите, какой красавец. Смотрите, как он весь пожеванный. Супер, супер сорт. Этот сорт высокоурожайный, многолетник. Его можно выращивать как в открытом грунте, так можете выращивать его и в теплице. Можно выращивать дома на балконе. Ну, его придется немножко формировать. Боковые веточки вот эти вот, вот которые отходят, их придется немножко обрезать. Обрезаете, и у вас будет компактный кустик. Высотой где-то сантиметров 60. И, ну, шириной где-то сантиметров, наверное, 30. Эти перцы не любят сильного переувлажнения. Видите, у них земля потрескалась. Так вот, приехал на дачу. Сейчас пройдусь, сниму все видео, покажу вам. Вот, смотрите, какая красота. Это два перчика сейчас. Мне так неудобно. Вот, смотрите, два перца у меня на всю руку. Видите, какие громадные. Супер сорт, конечно, выращивайте. Это просто бомба. Это не сорт, это просто супер. Так что выращивайте такой сорт. Всем удачи и самых больших вам урожаев. Пока.